И всем привет, вы на канале Кейн. И это у нас симулятор еды в Roblox. Здесь надо как можно больше жрать, чтобы стать жирным. В общем, это суть режима, обычный симулятор, как симулятор качка. Наедаем мы сейчас 30 голода. Здесь у нас есть магазин. Это еда. Еда. Apple. Так, может... Так, надо посмотреть, сколько нам даст, когда мы 30 накопим. Будет ссылочка в описании на мой Авито аккаунт. Если вы хотите что-то приобрести, то переходите в описание в ссылочку. Так, нам дали 60, получается, монет. Мы возьмем, давай, вот это вот. Что это? Пайфуд какой-то. Это у нас рюкзак, я так понял. Не надо. Ранг. Ранг фиг с этим рангом пока. 43 монеты давай накопим. Ох, какие мы быстро ставились. Это пирог у нас. Давай накопим 30. Там у многих вообще квадритиллионы, блядь, миллиарды. Вот, ну вон там справа. Это вообще... Так, продать. Это сколько стоит? 43. Все, у нас теперь 95 питомцев. Как купить тут? 100 тысяч монет. Блогер какой-то. Это кто? Русы Грэви, Тофи, Фламинго, Грэви, Джеблок. Ну, это американские блогеры. Не русские, точно. А, вот есть за 2000. Ну, тут какие-то такие беты. Такие все, знаю. Какие-то... О, 200 баксов дали. Давай пока накупим 95. Вот это голода. И посмотрим, что у нас по бабкам будет. Мы что-нибудь там офигенно купим. И все. Так, все, мы накопили. Я продал. А, я не продал. Продавать. Продать. Ой, 400 баксов у нас. Так, что можно купить у нас на... Так, ну, что тут подальше? Давай вот это. Вот виноград купим сразу. Так, что у нас? И вот эту как раз. 286. Виноград. Смотри, у меня уже жирок плясает. Блять, как будто какой-то этот... Давай походим, посмотрим, что тут есть. Хотя надо сначала купить большой инвентарь. Походи, что посмотреть, что тут имеется, интересно. Давай, сейчас мы накопим 276 и пойдем. А тут трейд есть. А ну трейд, дайте мне что-нибудь по-братски. Трейд. О, давай что-нибудь предложишь, что у тебя есть. У него 233 миллиона. А у меня нет бета. Все, продаем. 500 уже у нас. Берем. Да, на 1,9 тогда. Сколько нам надо накопить? Давай 200 будем копить. На торт какой-то. Что это я не увидел там? Да. Посмотри, что тут есть такого. Какие-то порталы у нас есть. 100 чего? Н, что такое Н? Миллиард, не, квантиллион какой-нибудь. Так, это что, споки? Память, миллиарды эти какие-то, что-то миллиарды, триллионы, квантиллионы. А вон какие-то там две локации открыты, кстати. Задолго идти. Тут еще какой-то PvP режим, у меня ножики стоят, шоп. Ничего. Сел, а, продать. Ой-ой-ой. А, я маленьким стал, могу большим стать, ничего себе. Автоклип. Ничего бесплатного интересного особо нет. А где локатор? 20 тысяч надо. Не, у нас пока нет столько. А там кто это там? 7 тысяч, по-моему. А, 7 миллионов, ё-моё. Обалдеть. Кстати, я второе место. Я первое место в топе. Смотри. О, почти первое. Первое, второе. Мы долго копим, надо еду, наверное, получше купить. Где тут продажи? Давай сел все-таки сделаем. Лучше еду купим, а то... Ой. Ну, следующую давай. Следующую один... Подожди. Не на... Надо за 2,2 брать все-таки. Блин. Пока копим. У него стейк, но он меньше меня растет почему-то. Какой у него ник?
Дихлес. Его нет. Вот это вот, это чумочек. Это сэндвич жрет. Питомца тоже есть. Так, это 2-2. 2-2. А, это и зона у нас. Тут нельзя было кушать. Оп! 800 только. Ладно, ждем. Пока жрем. Оп. Бай. Ой, бай сел. 1-2. Следующую можем купить, но мы копим на другую пока что. Надо как можно больше жрать, так говорится. 30, по 31, как его, по 31, как это называется, голода, да? Ну, короче, вот это, 31. Так, 2,2, я забываюсь. Оп, 1,6. Куда, чувак пропал? А, он туда, 2 миллиарда. Там чувак зашел, у которого 7, 1, 4, Е, 30, 50. Это миллиардов, наверное. Ну, там в топе на первом месте. Не шарю таких. Задроты дико ярые. Либо у них пет офигенный, не знаю. Так, еще 300 коинов нам осталось. Все, берем. Где она? Во! В смысле? 2,2 же. Не понял юмора. Что за бред? А, все. Какой-то багерный режим, все. Что-то не хочет. А, инвентарь пока рабочий. 3,5, 3,5, давай 3,5, копим 3,5, это 30 инт, это... Как и стайка на звук. Ну, нажрём сейчас тогда 2000, и посмотрим, что мы можем купить на это. У нас 2,2. Так, инвентарь пока офигенный. 3,5, 3,5 нам надо. Пока купим. Так, есть бабки уже, 3,5 нам надо. А, все, уже 4000 есть, давай. 5,4, может подкопим? Хотя нет, бог себе. 3,5. Смотри, какой я большой становлюсь сразу, уже как этот. Чувачок. Что он жрет? Он кек жрет. Я расту, да, я расту. Так, инвентарь, инвентарь. Инвентарь. 762. 1,4 есть. Да, не, подожди. Надо подкопить чуть-чуть. На 9,5 как раз. А тут 4,8. Ну, смотри, какая раз. Сейчас 9,5 надо накопить. Ой, 9,5. Сколько я забыл уже? 2,1, понял. Все, 2,2 есть. Оп. Все, 9,5 инвентарь. Мы теперь мега жирные. Сейчас будем. Ну, друзья, надеюсь, вам понравился этот видосик. Поставьте по-братски лайк, и у вас все будет охрененно. И подпишитесь на меня, я ссылочку на Авито оставлю в описании тогда под видео. Вот. Я король жирный. Забавный живот такой. Прикрепили лежачего полицейского такого. Вот. Сел 2,2. Пока. Пока все. Всем удачи и всем пока-пока, пацаны. Always come back.